В эфире вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас. Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зятко. В Москве 20:00. Это программа «Здесь и сейчас». В ближайшие два часа мы расскажем о главных новостях дня. Эту фразу я не произносил 4,5 месяца. Последний раз я ее произнес в эфире «Дождя» 1 марта, в 6-й день войны, за час до блокировки нашего сайта, за 2 дня до того, как «Дождь» приостановил вещание, за 12 часов до того, как я и многие мои коллеги приняли решение на время покинуть Россию. Несмотря на то, что я регулярно задаюсь вопросом о правильности того решения, я прекрасно знаю, работать «Дождю» в России возможности более не было. Репрессивный закон о так называемой дискредитации армии поставил нас перед выбором – начать работать под цензурой или продолжить, как и прежде, с перспективой скорого уголовного дела. Мы выбрали третий вариант – на время уехать с тем, чтобы возобновить вещание «Дождя» из-за пределов России. И вот мы его возобновляем. Пока это лишь первый этап перезапуска. Ежедневно мы будем выходить в эфир с выпусками программы «Здесь и сейчас». Свои авторские программы в первую неделю буду делать Екатерина Катрикадзе, Анна Немзер и Михаил Фишман. Постепенно, по мере готовности, будут добавляться и другие программы. Ну а осенью, надеемся, будет и полноценный перезапуск с новыми проектами. Вещать мы будем из 4 студий. Мы в Риге, в основной, еще 3 студии в Тбилиси, Амстердаме и Париже. Кстати, большое спасибо нашим партнерам в Риге, телекомпании ТВ3, и в Тбилиси, телеканалу «Формула». В Латвии мы открыли новую компанию, получили европейскую лицензию на вещание. Ни у кого из нас нет иллюзий. Мы понимаем, что работа из студии в Москве и работа из какого-то места за пределами России – очень разные вещи. Есть риск перестать чувствовать ритм и нерв происходящего в России, перестать адекватно оценивать то, что там происходит. Мы надеемся, что этого не произойдет. И в большой степени благодаря вам, нашим зрителям. Все вопросы, замечания, темы присылайте нам на почту news@tvrain.tv. Ну и, конечно, мы, как и прежде, чтобы оставаться полностью независимыми, рассчитываем на вашу поддержку. Все ссылки вы найдете в описании. Там ссылки и для переводов из-за пределов России, и для переводов с территории Российской Федерации. Возобновляя вещание «Дождя» сегодня, мы понимаем, как сильно все изменилось с нашего последнего эфира в марте. Кровавая, бессмысленная война.